Маск перепутал россиян с украинцами. Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск попытался купить домен Pravda.com и не смог этого сделать. Об этом он сообщил в своем Twitter. Россия отказала. Оказывается, они его уже используют, уточнил он детали несостоявшейся покупки. Кроме того, он приложил ссылку на сайт издания «Украинская правда», ошибочно подтверждая свое суждение. После того, как на его оплошность обратили внимание несколько его читателей, Маск уточнил, что сайт действительно принадлежит украинскому изданию. «По какой-то причине Россия меня даже не поправила», — удивился бизнесмен. «Просто купи Россию», — предложил один из юзеров, на что Маск ответил, что «подумает над этим». 23 мая предприниматель рассказал, что всерьез задумался над созданием сервиса для оценки правдивости журналистских статей. Маск объяснил, что хочет создать рейтинг, в котором бы пользователи могли самостоятельно определять уровень доверия журналистам. «Подумываю назвать его «Правда», — заключил он. Больше важных новостей в TEL и GREM канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.